Избавиться от лишнего веса или, напротив, набрать его, привести мышцы в тонус и научиться получать удовольствие от спорта. Это и многое другое можно сделать с помощью калистеники. Так называется комплекс упражнений, направленных на то, чтобы сделать тело подтянутым. Об основах системы тренировок химчанам рассказали на мастер-классе в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Движения знакомы всем со школьных уроков физкультуры. Приседания, отжимания, упражнения на пресс и гибкость в разных вариациях. Провел мастер-класс Александр Кузнецов. Специалист по воркауту знает, как улучшить свою физическую форму в домашних условиях. Но важна не только физическая нагрузка. Три кита, которые помогут быть в гармонии с собственным телом – дробное питание, здоровый сон и мотивация. Спорт, как и любой другой вид, всевозможный род деятельности, он требует не раздумий, а сразу действий. Если вы решили, вот как сегодня вы решили, значит, вы должны попробовать. Тяжело, опять же, постепенно с вами начнем, все получится. Вот. Но самое главное – начать. И главное – не прерываться. Не то, что попробовал, и все, ну, через неделю. Так не получится. Среди участников – люди, которые просто решили размяться, но немало и тех, кто постоянно посещает мастер-классы. Например, Татьяна далеко не новичок в спорте. Очень понравился мастер-класс. Я вообще спортсменка, занималась спортивным ориентированием, поэтому спасибо огромное организаторам за мастер-класс. Еще раз лишний раз замотивировали на спорт. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей и при поддержке администрации. Прошло более 3000 мероприятий, в которых приняли участие более 70 тысяч человек. Но, тем не менее, к сожалению, не все еще знают о том, что у нас такой замечательный проект. Хотя информации много. Узнать о ближайших мастер-классах можно из газеты «Химкинские новости», еще больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadamhimki.ru.